Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы будем обозревать сумку солдата. Короче, это сумка солдата, да, тут написано «Армия России», тут нарисована звездочка, от нее приятно пахнет. И вот тут написано «Собственность солдата, матроса, продаже не подлежит». Как вы видите, я ее не купила. Также, помимо сумки солдата, мне солдат подогнал наркоз, пончик, что еще, шоколадку он подогнал, и вот этот вот значок. Вот он, вот он. Надеюсь, вам видно. Давайте начнем наш анбоксинг, ансумкинг, анбэк. Начнем наши веселые приключения. Халявная зубная паста. Немножко БУ. Вот, короче, солдат шел со службы. Я была первым человеком, с которым он законтачил. Ну, типа, начал разговор, и этот разговор продолжился. Просто продолжился в более длительный разговор. Потому что я сидела на работе, он пришел за сигами, я говорю, ваших сигарет нет, их, скорее всего, вообще не будет, потому что, ну, к нам их не завозят, придется искать что-то другое, что курить. В общем, он завис, я там обслужила других посетителей, мне стало скучно, я продолжила с ним разговор, он решил меня угостить наркозом, немножко принести еды. Вот, конечно, хотел после работы пригласить на кофе, но я говорю, ну я работаю до 10 часов, как бы тут особо ничего до 10 не работает, типа все закрывается в 10. Говорю, можно тут кофе попить, если хочешь, только его придется принести. Ну вот, он принес наргоз, пончик и шоколадку. Я, разумеется, все это уже там съела. Разговор получился очень долгим. Мы опустим детали, потому что все-таки мы обозреваем сумку. Зачем мне рассказывать то, как я сумку приобрела? Это ансумкинг. Далее, что еще тут есть? Мы начнем с маленького кармашка, потому что почему бы и нет. В этом маленьком кармашке у нас есть еще огромные щипцы. Интересно, он их ищет или нет, потому что все, что в маленьком кармашке, он мне не показывал. Смогу ли я их использовать, если простерилизую? Не знаю. Потом, что тут есть? Тут есть бритва. Разумеется, мне рассказывали армейские истории про то, как там красят газоны и гуталинят всякие покрышки для машин. Хопа! Хопа! Смотрите. Сумка удобно раскладывается. Повесить нельзя, потому что это резинка. На резинку хрен чё повесишь. Но отстегивающийся кармашек. Тут идет сеточка. Я не знаю, кстати, наверное, вот за вот это вот вешают просто. И все. Как вы думаете? Этот кармашек имеет зеркало, которое, во-первых, треснуло, а во-вторых, не совсем зеркало, потому что это, как это сказать, пластик. Кармашек тоже можно повесить. Вот так. Непосредственно в сумке мы имеем армейский стандарт зубная паста. Еще одна халявная зубная паста, понимаете ли? Ничего так. Я надеюсь, вы увидели, да, вот так вот. Армейский стандарт. Точилка и ластик, между прочим. И какая-то бумажка, форма выпуска, таблетки. Какие-то таблетки он там пил. Непонятные. Здоровье солдатику. Кстати, да. Хороший солдатик. Уголь активированный. Это как в моей аптечке. В моей аптечке от головы. Ну, типа таблетки, чтобы не сойти с ума. Чтобы голова не болела. Чтобы не обосраться и чтобы срать. Основная составляющая моей аптечки. У нас есть полотенчика. В чем-то оно уже испачкано. Надеюсь, это... Давайте его обратно свернем. Надеюсь, это просто бумажка какая-нибудь, которая прилипла. Да. Мне нужен будет потом дезинсектор рук. Армейский стандарт. Дезодорант для мужчин. Просто дезодорант. Если мы его открутим, мы увидим вот такое. Есть расческа. Опять же, армейский стандарт. Этой расческой можно прекрасно расчесать ваши великолепные волосы, которых у вас нет, потому что в армии всех бреют на лысо. Зачем нужна расческа? Ну, видимо, стебутся.
Далее есть вот такая вот штучка. Наверное, усики дергать, да ладно, шучу. Это, короче, для кассет армейских. Это, опять же, армейский стандарт, как вы можете заметить. Вот тут вот написано, прям вот белым по черному. Далее у нас есть вот такая вот штучка. Можно подумать, что это электронная сигареточка. Но нет, видите, тут ничего не тянется, тут нету дырочки. Вот. Но можно сделать вот так вот и узнать, что это зубная щетка. Армейский стандарт. Видите, как удобно все в армейском стандарте, в нашей русской армии. То, что даже щетки похожи на электронные сигареты, и когда вы будете чистить зубы, вы постоянно будете хотеть курить электронку, потому что она на нее похожа. Далее у нас идут прекрасные просто пластыри с надписью «Армия России». И вы знаете что? Вы знаете, что они с пупырышками. Они наклеиваются, и зачем-то на них пупырышки. Еще пластыри. Мипау. Какие-то они Security Reliable Protection. Похоже на описание какой-то вот смазки. Security Reliable. Далее, что я вам покажу сейчас? Вы просто будете в шоках. В полнейших шоках просто. Это, знаете что? Это стакан. Стаканище, смотрите. Он такой. Нет. Он раскладывается и даже открывается. Вы сможете из него пить воду. Вот из него уже пили воду. Надеюсь, это вода. Его надо тоже помыть. Смотрите, я сейчас его закрою, потом дерну за вот этот вот сосок. Он сдуется, да, немножко. Я не умею заправлять назад, вот умею, все. Дочивка получена. Заправила армейский стакан. Далее у нас идет гель для ног антибактериальный, представляете? Гель для ног. Но почему он такой маленький? Это вот для рук можно было такой сделать, а для ног-то почему он такой маленький? Ногам же больше нужно. Ну, по-моему, даже не использованный. Не пользовались. Не чистили ножки, понимаете? Ножки вонючие в портянках. Обидно. Далее у нас идет гель после бритья. Гель после бритья — это прекрасная штука, которая помогает снять раздражение. Мне она, конечно же, понадобится, поэтому я ее забираю себе. Вот, буду брить змей своих. Вот, а еще можно виски сбрить вот так вот, да, и намазаться гелем после бритья. Вы знаете, что пенкой для бритья можно снимать макияж, то есть делать демакияж. То есть я вот могу смыть все свое лицо, просто натерев его пенкой для бритья. Гель для бритья. Я не знаю, кстати, чем лучше гель для бритья, чем пенка для бритья. Вот, расскажите мне в комментариях, пожалуйста, вот кто чем пользуется, пенкой для бритья или гелем для бритья, и почему именно им. Они противоположны. И чем вы бреете своих змей? Расскажите, гелем для бритья или пенкой для бритья? И какую фирму бритвенных станков вы используете? Или вы пользуетесь одноразовыми? А может быть, вы вообще не бреете своих змей? Ну, это, конечно, не очень хорошо. Змеи все-таки должны быть гладкими и шелковистыми, потому что они везде ползают. Вот, но... Если вы все-таки поклонник густых и лоснящихся змей, то, наверное, я вас тоже не буду осуждать, потому что у каждого свой путь, у каждой змеи своя нора, и всем нравится разное. Армейский стандарт гель для рук. Ух, он такой же, как и для ног. Давайте сравним. Он просто немножко бледнее. А нет, смотрите, гель для ног все-таки использовали. Вот оно как, значит, в какой-то момент ножки все-таки заванивались. А гель для рук вообще не использовали. С грязными руками ходили. Фу. Так, далее у нас что идет? Капли в нос. Ну, капли в нос, я так полагаю, их отдельно докупали. Там что-то есть, конечно. Вот, но я этим пользоваться, разумеется, не буду. Бальзам для губ, вы посмотрите, он запечатанный. Губы постоянно были потрескавшиеся в кровоподтеках. Потому что без бальзама для губ губы высыхают и становятся грубыми. Надо пользоваться бальзамом для губ, если вам дают, надо пользоваться всем.
потому что надо брать от жизни все, в том числе бальзам для губ. Можете, кстати, посмотреть, он такой же почти, как я делаю. Гель для стирки в Военторге, кстати. Интересно, мы можем такую сумку купить в Военторге? Так, тоже армия России, армейский стандарт, Военторг, гель для стирки. Им тоже, судя по весу, не пользовались, в грязных вещах ходили. Да ладно, не, мне рассказали, что не пользовались, потому что был стиральный порошок и стирали руками. А это крем для рук, тоже армейский стандарт. Я вспомнила историю, которую мне рассказывали, что, короче, у пацана пропала кепка, он нажаловался командиру, и командир его гнобил за то, что он не спер у других кепку, у кого-нибудь другого. И потом этот пацан купил себе кепку, и потом его все подразделение гнобило за то, что он купил, а не спер. Представляете? Ужасная история. Ну, там есть истории поужаснее, конечно, я вам не буду их все рассказывать. Если хотите, мы потом проведем стрим разговорный, я вам расскажу истории или запишу видео с историями. Обязательно пишите об этом в комментариях, потому что это очень важно, потому что я буду знать, что вам записывать, чтобы вам было интересно. Также ставьте лайки этому видео, если оно понравилось, если не понравилось, ставьте дизлайки, показывайте свое мнение, давайте мне обратный ответ на мои действия. Подписывайтесь на Boosty, потому что в Boosty у меня много чего интересного, включая новые треки. Там же появится клип, когда он будет более-менее готов. По крайней мере, черновой вариант. И еще что. Подписывайтесь на телегу, потому что мы там с вами общаемся. Я там периодически скидываю то, что мне перепало на работе. Не только на YouTube. На YouTube я позже начала закидывать, в телегу начала закидывать раньше. Вот. Будем с вами общаться, обсуждать. Там иногда тоже всякое интересное скидывают люди. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Надеюсь, что вам не придется иметь такую сумку. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!